Генеральный директор Asus покидает компанию после 10 лет успешного руководства. Тайваньские источники пишут о больших переменах в руководящем составе компании Asus. Ее покидает генеральный директор Джерри Шин, успешно руководивший фирмой более 10 лет. Замена Джерри Шина уже подобрана, причем это будут два человека, Си Су, Сай Шу и Сэмсон Ху. Они и вступят руководителями Asus в 2019 год. Джерри Шин, по данным источников, займет пост руководителя в новой компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, AI и решений интернета вещей, IoT. Интересно, что ключевым партнером этого предприятия с 30% долей выступит сама Asus. Поэтому можно сказать, что Джерри Шин сохранит тесные связи с компанией, из которой уходит. Председатель совета директоров Asus Джон Ши, сопроводил сообщение об уходе Джерри Шина коротким, но ярким комментарием. Он назвал последнего лучшим генеральным директором в мире. Ходят слухи, что после ухода Джерри Шина будет скорректирована стратегия смартфонного подразделения компании, Asus сосредоточится на моделях для геймеров и требовательных пользователей. Это значит, что нас ждет больше смартфонов RAG и, вероятно, меньше Zenfone.